Всем привет, с вами Квина, и мы продолжаем играть в Heavy Rain. Допрос Дюпре, следующая глава этой печальной истории. Мы же, я надеюсь, она все-таки будет счастливая, ну, со счастливым концом. Я не знаю, можно ли все-таки называть этот конец счастливым, если все равно столько ужасного произошло. Его дом должны сторожить днем и ночью. Оповести все посты о начале поиска. Установи наблюдение за вокзалами, аэропортами, автовокзалами. Вся полиция должна встать на уши, чтобы взять его, как только покажется. Да, Итан Марс и есть мастер оригами. Как бы не так. Такой маленький кусочек, что ли, был всего. Кто это? Так, тип такой какой-то. Ага. Майором детектива, которого немножко побили. Интересно, если бы его все-таки не побили так сильно, мы бы все-таки отбились. Он был бы такой побит или нет? Так, наверное, нам не сюда. Наверное, нам с этим типом надо поговорить, раз нам его показывают. Блин, мне кажется, я фейлю. Недурно. Всех персонажей побили. Спасибо. Проходите, мистер Шелби. Не хотите ли кофе? Нет, спасибо. Играете? Я пробовал. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. Занятный вид спорта. Требует силы, хладнокровия, а также меткой руки. А вы не хотите попробовать? За лужайки не беспокойтесь. Ладно. Снимайте пиджак, берите клюшку. Интересно, мы ему сейчас пиджак будем снимать, или он сам справится? Ага, мы сейчас играть будем. Так, поднимаем. Мечи в той корзине. Клюшка какая-то, ковип. Прям. Корзина в корзине. А вот здесь вот. Ай-яй-яй, промахнулись. Берем. Самое главное, правильно держать клюшку. Подготовились? Удар. Так, R1. L1. И что-то еще, наверное, надо будет нажать. Вверх. И трясем. Ну что, попали? Неплохо. А, хорошо, трясем. Похоже, у вас способности. То. Новичкам везет. Смысл в гонку попасть или дальше закинуть, интересно. Такое мини-поле для гольфа, чтобы большую площадь не занимать. Думаю, вы позвали меня не в гольф играть, мистер Крамер. Какой огромный гольф-клубах. Блин, надо слышал, бы попробовать когда-нибудь. Слышал, вы заинтересовались моим сыном. Да. Верно. Симпатичный, потому что. Я хочу знать, как именно Горди связан с делом мастера оригами. Да, почему он нам не хочет помочь. Это подозрительно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Забыла, что надо потрясти джойстиком еще. Целый набор движений. Оп. Давай. Мой сын никак не связан с этим делом. Все родители так говорят. Тогда ему нечего меня опасаться. Я не позволю подозревать моего сына. Он здесь ни при чем. Ну, факты. Нам столько фактов интересует. При всем уважении, мистер Крамер, кого подозревать, это мое личное дело. Опа. Какой мощный удар.
Я влиятельный человек, мистер Шелби. И высоко ценю верных людей. Не надо меня подкупать. Пытаетесь меня купить? Скорее пытаюсь объяснить, что в ваших же интересах... Сколько будет стоить мое спокойствие? Ну, нормально вообще. Я из полиции ушел. Вы меня не так поняли. Меня не купишь. Не трогайте Горди, мистер Шелби. Иначе пожалеете. Удачи, мистер Крамер. Я не понимаю. Вот если он не виноват, то... Ну, хотя, с другой стороны, если виноват, то отец бы именно так себя и вел. И это подозрительно. Может, отец сам не уверен, виноват он или нет. Да, тяжело вот. Растишь ребенка, растишь, вырастает такой Горди. За Итана сейчас будем играть. Смотрим, его добрый, честный, слава, блин. У него следующее задание, я так понимаю. И я даже не представляю, что там нам надо будет сделать. Ну, как обычно. Я так понимаю, что его уже... Ну да, его уже разыскивает полиция. Во-первых, он там у них хорошенько поврезался. Во-вторых, жена пошла на него накляузничала. Ну, он сам виноват, что с ней не поделился. Хотя она бы обязательно в полицию пошла. Да. Игрушка. Фарфоровые какая-то. Ящерицы. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Может, их разбить хорошенько? Подозрительно, что внизу. И почему он ее разбил? Еще одна. А, посмотрим, может, другой что-то лежит. А, что-то есть. Давай, разбивайся. Ага, ключ. А могла же и не разбивать. Блин. Ничего хорошего нам это не предвещает. Я вот лично иду с тяжелым чувством, что опять будет что-то плохое. Ладно, иногда есть вещи, которые просто надо сделать, и все. Как, например, экзамен в институте. Или поход к стоматологу. Сделать, забыть вообще, что это было. Ну, или к любому другому врачу. Любые врачи, это ничего хорошего, особенно у нас в СНГ. Когда уже поколение врачей, которые сами учились, прошло, умерло, уехало. Остались только те, кто покупал себе работу. Естественно, лечение не будет соответственно. Положишь в карманчик, они попытаются тебя вылечить. Может, убьют по дороге, может, не убьют. Теперь самый лучший друг любого человека — это интернет и поиск своих симптомов в интернете. Так. Нас заставляют что-то посмотреть. Очевидно, послание от маньяка. Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? У вас есть 5 минут на то, чтобы отрезать пальца перед камерой. В конце испытания нас ждет награда. Блин. Капец, я бы не знаю, смогла бы я сделать такое. Ужасно. Так. Давай. Что же там, будем резать? Так, где? Чем? А еще и нечем резать. Так, на кухне должен быть нож. Идем. Берем тесак. Идем обратно.
Подожди, а там что там было? А, это обратно его засунуть? Нет. Сейчас опять, сейчас явно опять не успеем. Идем обратно, обратно, идем обратно, обратно, обратно. Блин, а можно как-то подменить? Ужас какой. Слушай, а еще может что-то надо сделать там? Ой, тут есть что-то. Так. У вас осталось 4 минуты. 30 секунд. Ну, что тут есть? Так, и... Что-то он взял, может, обезболивающее? Так, что тут есть? Ничего. Ну что, 4 минуты, я думаю, успеем, да? Мы же оптимисты. Идем. Дальше ничего тут нет. Я не знаю, как-то завязать себе палец. И все, еще что-то хочешь. Так. Здесь все, все уже. Ага, вот здесь что-то. Что-то тут тоже есть. Какие-то эти. Так. У вас осталось 4 минуты. А, чем? Чем резать? С тесаком? Обезболивающее или что-то? Ну да. Это сильно поможет. Нет. Какой ужас. Блин, маньяк, сволочь. Так, берем вниз. Берем тесак. Давай, и там делай это. Ай, нет. Нет, берем ножницы. Так. И давай, вперед. Ах, нет, нет, нет. Давай, 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 давай. Я отвернусь. Я не смотрю. Нет, 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 нет. А, давай. Что такое? Блин, 3 минуты, он еще думает. L1, давай. Ну, L1. R1. Нет, не хочет. Да блин, у меня тут этот... Так, берите сак. Ну, попытаться. Ты вообще отрежешь себе палец или не ты там? Давай, я не смотрю. Ну, ну давай, давай. У вас осталось. Я не могу, у меня так дергается джойстик в руках, именно как его сердце. Опять не хочет. Так. Так, что это надо делать? Квадрат, квадрат нажимать. Давай, 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 давай. Раз уж взяли L1. R1. Ужас. Блин, мне очень больно. Не могу на это без слез смотреть. Блин, еще и разбить надо.
Маньяк, я тебя ненавижу. И если будет шанс, убью, конечно. Боже, там еще пила была какая-то на полу. Не знаю, может, тесак все-таки лучше? В том плане, что быстрее. Это пиздец. Ой, смотришь и думаешь, все-таки вот есть в мире зло какое-то. И лучше, чтобы оно было где-то там. А люди любят смотреть такие вещи. Я не понимаю. Фильмы типа «Пилы» и всего такого. Зачем смотреть на это насилие? Дети смотрят. И родят свою психику. Этого не понимают. Родителям наплевать на то, что смотрят дети. Кто из наших родителей сейчас контролирует просмотр? Никто. Так точно, лейтенант. Мы на позиции. Отлично. Ничего не предпринимать до приказа, ясно? Схватим его, как только он высунет нос. Так точно, лейтенант. Патруль засек его машину. Что он там делает? Без понятия. Ты же у нас криминалист. Объясни нам, что творится у него в машине. Я не знаю. Однако Итан Марс не подходит под психологический профиль убийцы. Присяжные поймут разницу между твоими теориями и железными фактами. О, это наша девушка. Журналистка смотрит, что нету Итана, и едет дальше. Ее принесла. Если выйдет Марс, ей крышка. Что делать, лейтенант? Вывести ее? Нет, ждать сигнал. Ждем, Мэдисон. Походим по улице, типа вот мы-то так бродим, ходим. Я просто... Нет, нам в другую сторону надо. Я хотела пообразить, типа, знаете, у нас свободный мир. Нет, не хочет найти. Или это она увидела полицейских, типа. Увидела, не хочет идти полицейских. Полицейский. Давай, перепрыгивай. Наша симпампулька. Главный секс-символ серии. Заходит внутрь. Может, живет там? Ну и ладно. Не будет путаться под ногами, если Марс выйдет. Итан, что стряслось? Там полиция. Они за тобой. Пришли тебя арестовать. Капец. Надо найти другой выход. Мэдисон, ты не видишь, что ему совсем нехорошо? Черт. Опять. Что он там делает? Другой выход. Брать по моему сигналу. Блин. Выход другой она ищет. Музыка пошла трагическая. Давай, 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 дергай дверь, Мэдисон. Ты у нас за главную. Давай. Сдернула. Дверь. Что там, окно, да? Давай, 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 напрягайся, давай, тащи эту штуку, давай, давай, джойстик. Все, скинули вниз. Давай эту. Блин, сколько их вообще можно таскать? Давай быстрее. А то полиция придет. Видишь, уже музыка играет страшная, громкая. Полицианты тут ждут, не дождутся. Прыгай, прыгивай. Слишком высоко. Блин, им что, мы зря это ковыряли все? Черт, ну вот, блин, только времени зря теряли. Что тут еще есть? Ну, а, сейчас придет полиция, нас схватит. Что делать? Что делать? Куда бежать? Так, а, это можно подвинуть. Давай, давай, треугольник, треугольник. Тащи, 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 тащи. Я думала, с окном покончено, но общая идея с этим вот, это хорошая идея.
Я дам с коробкой. Отмашку. Так, отмашку давать не надо. Я иду с вами. Блин, давай, тащи, тащи, тащи. Быстрее. Итан. Итан, давай. Мэдисон, что ты там смотришь? Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, блин. Давай, 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 давай. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Лезем сюда, давай, давай. Поползли, поползли, давай, давай. Пока полиция медленно ковыляет, там что-то думает. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Ну, давай, треугольник, треугольник, треугольник. Давай, 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 давай. По-моему, слово давай, я повторяю уже на 150. Давай, Мэдисон, ползи за ним. Нагнетаем саспенс, нагнетаем. Нету никого. Все, все сбежали. И никто не знает, что они здесь. Быстрее, быстрее. Скорее, ну. Не могу. Блин. Что делать? R2, R2. Лейтенант. По переулку бегут мужчина и женщина. Заметили полиция, бросить его. Заметили, что там? Это та девчонка. Черт, мы совсем вниз. Надо уходить скорее. За ними. Ну, блин. Мы вообще сможем добрести до куда-то? Да куда-то. Метро. Давай, метро, быстрее. Блин, давай, ползите, ползите, ползите. Я хочу, чтобы вы доползли. Давайте быстрее, 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 быстрее. Обходи машину. Полицейские, валите их. Фиг знает куда. Так, давайте, давайте, метро. Метро. Там и не таких бомжей. Не удивляются таким бомжам, которые полностью... Ага, пошла картинка. Бежали чуть-чуть от полиции. Мэдисон, помогаешь преступному элементу. Ну, с точки зрения полиции, конечно. Возьмут тебя на перо, на мушку. Или как называется. В общем, когда за ней тоже будут следить. Так, и куда идти? Ой, кому-то плохо. Итан, что случилось? Надо скорее идти. Итан, ты вообще Итан, как выживешь? Итан, она близко. Бедный. Давай, давай, идем. Нам вперед. Идем, идем. Блин. Опять эта толпа. Мы всех должны расталкивать. Нам, наверное, туда, где вот это вот. Осторожно. Скользкий пол. Давай, давай, давай. Я сюда? Нет? Куда же нам идти? Полицейский уже вот-вот-вот-вот. Блин, иди сюда. Осторожно! Ну вот, чуть-чуть вроде как протиснулись. Черт подери, ты вообще смотришь, куда прешь? Да, еще постреляй людей. Сумасшедший полицейский. Действительно псих. Ой, блин, мы спрыгивать должны. Скорее, Итан, скорее, наши собьем. Блин, блин, давай. Я не хочу, нас собьет. Давай, давай, быстрее, ковыляй к платформе. Давай. Ни хрена себе, они рисковые люди. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, успели. Надо запрыгнуть в этот поезд. Итан молодец. Это наш сообразил про метро. Давай. Запрыгиваем. О, молодцы. Хорошо, что моя помощь не понадобилась. С тобой опоздали. Как обычно. С девушками куда-то идти точно опаздывают. Ай, мы молодцы. Ай, мы молодцы. Ну ладно, на этом я, пожалуй, закончу. Всем удачи и пока. Серия была короткая, но очень переживчатая. Ужасно, мы лишились фаланги пальца. Это а-а-а-а-а. Надеюсь, вы целы, здоровы и у вас удачный день. Меньше часа назад полиция...